Имя, фамилия? Поляница Николай Сергеевич. Когда приехал в Украину? Нас обманули, сказали, что мы едем на выпускной. Я учусь в 11 Б-классе Московской школы русского мира. Что вам сказали, когда вы приехали на нашу территорию? Сказали, что будем сдавать последний экзамен по углубленному изучению украинского чернозема. Как попал в Украину? На территорию Украины прибыл на лимузине марки БТР, но тут у нас внезапно закончилось топливо. Какая задача была поставлена? Основной задачей было научиться танцевать боевой вальс под выстрелами джавелинов и НЛОУ. Кто выживет, то обещали присвоить очередное звание короля выпускного. Ну а с кем ты приехал? Где одноклассники-то? Во время изучения боевого вальса все ребята немножко устали и решили прилечь отдохнуть в украинскую землю. А я решил не доучивать вальс до конца и сдался. Ну и что ты теперь хочешь сказать своим соотечественникам? Ребят, не верьте своим учителям, которые говорят вам, что вы едете праздновать выпускной. Они врут. Лучше отпразднуйте этот праздник в тихом семейном кругу.